это лучше, я считаю, что лучше согласие на усыновление, потому что ребенок, если мама написала согласие на усыновление, то ребенок сразу может быть отдан после проведения медицинских процедур, он сразу может быть отдан под усыновление, а не слоняться месяцами в больницах, а потом в доме ребенка. А если ребенок будет брошен в окно бэби-бокс, то 6 месяцев все равно это подкидыш будет. Статус у него будет ребенок-подкидыш. А с таким статусом дети, ну, наверное, 6 месяцев, это каждый знает, они должны устанавливать статус.